Problems, мы съездим то видео, так остаюсь в Элрейзе. Ну, второй дубль, те, кто уже видел, к сожалению, у нас были технические проблемы, было что-то со звуком. Пробуем еще раз. Maintenance varbūt jākas man rāda, to mikrofonu mēģiniet, lai kaut kā ir dzirdams. Ja nebūs tagad arī skaņas, mēs tad to video nopublicēsim atsevišķi, paskatīsimies, jo tā kā tagad ir tiešā ētera, diemžēl kaut kas varbūt aiziet greizi. Если вдруг снова не будет звука, мы потом это видео выложим отдельно. Надеемся, что тогда будет все в порядке. Были технические проблемы. Ну, так остался то велрейзи, кое с грибой патрика. Шодин, не, не шодин, отвенуюсь, вакарден, стартая, мумс акция 15% отлайда Ленне и Рейма апгербим явной павасара коллекцией. Un atlaide turpināsies līdz 1. Martam, tāda kā nedēļa Reimā, nedēļa pasludināta. Ja samam glavnam, što jūs viņi hācēl skazēt, što včera startavāla akcija 15% skitka na Linne i Reimu na novu visieņu kolekciju, katura pradlīca do 1. Marta. Un, protams, arī svarīgi, ka šī kolekcija ir gan pavasara, gan rudens. Rudenim kolekcijas nebūs, tāpēc, ja jūs vēlaties kaut ko nopirkt, vai jums vajadzīgs apģērbim un rudenim, nevis pavasarim, lūdzu ielūkoties un paskatāties šobrīd, jo rudenī tiešām nebūs vairāk tik daudz izvēles, krāsu un izmēriņu. Takže haču skazēt to, što eta kolekcija visiņa i asiņa. Osiņa uža nova kolekcija dzimi sezonne i asiņa dzieždi nebūdīt. Sīčās imina visnoj proizvadīceļi atšivājūt kolekciju, katura idiot kā kā na dva sezona. Zimu uža būt tolka zimņa, pētama, esli vam nužna dzieždi na osiņa, to лучше посмотреть, конечно, сейчас, больше выбор и расцветок, да, чтобы было выбрать. Ну, так как пяпки, арбиам парадишу, космом сырья, ну, так как друзку помайны ясманты. Ну, сакума рейма, то те и та де рейма комплекты, не арсилтинай мас 80 грамм. Рейма и коллекция и 80 грамм силтинай мсун, пэц там венкаш план. Вот рейма комплектики на мальчика, на девочку, которые у нас идут сейчас с утеплителем 80 грамм, у них идет утепленная коллекция 80 грамм и потом просто тоненькие курточки. Лилакем верный мир лукшады комплект, не оранжайс, он заляйс пущем. Это на постарших деток до 134 размера вот такие вот расцветки. Лилакем верным таз бикситы сыр арисо виду клейты, респектив без виду клейши. Есть. Таз искатас лукшады. На детей постарше идут брючки покороче, то есть не полукомбинезоном, а на младших уже идут полукомбинезончиков повыше. Un, no Reima, sari tāda interesanta jāciņa ir jaunumiņško gribu parādīt jums. Divi vienā. Вот такая вот курточка от Reima, это новинка, два в одном. Šeit atpogājās iekšpusītē, tāda kā vestīte. Viņa ir ar siltinājumu, jāciņa skaitās siltinājums 80 grammi, ko var atpogāt, un pēc tam paliek tikai plāna vai jāciņa. Var izmantot gan pavasarim, gan vasarai. Вот такая вот новинка от Reima, курточка, где отстегивается внутренняя вот такая жилеточка с утеплителем 80 грамм. Ее можно хорошо использовать и на весну, и на лето, когда уже потеплее. Смело одевать. Вот такая вот новинка от Reima. Да, так вот, турпинам талан парадишу, космостейра интересанс. Ну, так вот, шейт. Я ир Ленне коллекция. Ну, тадас я ценис парка спойшу, 80 грамм и силтинаемс. Вот такие вот курточки на мальчиков. Хайки синенькая, 80 грамм утеплителя. Есть и другие расцветки, красная. По-моему, еще какая-то все, но у нас на страничке можете посмотреть. Он протом с мейтенью популярный паркас. Коша скрался. И, конечно же, на девочек популярные парки. Яркие цвета, голубые, малиновые, желтые. Вот такие вот утленные. Тоже тепленькие, с утеплителем 80 грамм. Виси протом с аудами и руденс. Не соблайды, и гермембран, такая дрожь и по удени. По удене, по слабью лайку, лету, вардарет. И на старших девочек лилака мейтене вот тады. Спаркас ир лидз 170 измерами, дер ган пиаугушаем, ган пусаужем. Лёти лаби искатас. И вот такие вот парки на девушек и женщин постарше. Хорошо смотрятся и для взрослых, и для подростков тоже утепленные. Разные цвета у нас есть, желтые, такие же голубые. Можете посмотреть. Даже от скраса сира ридзелта на тумше зила. Вот гайши зила смукас и он вел тац спринкин чай мейтен и теми оцени вот такой вот тоже курточка красивый приз талак шейт откалнус друску рейма мазулю комбинезонини оранжай с мейтен и раритада яцени и вот снова у нас рейма комбинезончики на малышей тоже утепленные. Вот такая вот расцветка еще как комплектик была голубая, тоже комбинезончики, курточки есть и вот такие в оранжевом цвете.
puišiem tad iedot tādu tumšu zilu un drusku košāka. Vot tāda krāsa kombinizonuči arī ar siltinēm. Puišiem vot tāds būs mums. Oj, atvainojamies. Atvainojamies ļoti. Jā, tas bija telefona zvans. Pārzvanīsim pēc tam. Ну, он ленне, мазулю комбинезоныч, единый комбинезончик на малыше, утепленный, он вот так, як шпусите велоринч. И вот такой вот велюрчик у комбинезончика на малышей, тоже утепленный. Ну, лелакем друску бернем тады комбинезоны. Дивас красы, спучу мейтанитой, биксита шейтер но цвета каудума салца скардура. Kur droši var ložņāt, nezinu, pa zemi un neuztraukties, nezinu, vai īsti par asfaltu, bet īstur arī dažreiz asfaltu, lai tie ceļiņi droši aizsargāti. Вот такой вот материал кардура у комбинезончиков на малышей, специально укрепленная нижняя часть, чтобы дольше служил он для деток. Un nu lēne, kas no sākuma jāpa to jaunumiņu parādīšu, bija jau softshell jāciņas iepriekš, bet šogad šajā sezonā lēne izstrādā komplektiņu no softshell. Softshell jāciņa un softshell biksītes. Kas nezinu, varbūt, kas ir softshell materiāli, parādīšu. Tas ir materiāls, kur ir flīsītis iekšpusē un tāds mīgs siltiņs. Un ārpusē ir ūrija ūdens un vēja necaurlaidīgs materiāls. Raskažu, što tako softshell, kto ne znaet, это вот такой вот материал, у которого внутри флисик мягенький, а снаружи идет вода и ветронепроницаемый тоже материал. Šeit iekšpusē ir poliestras un jāciņā arī drusku ar siltinājumiņu. Un bikses ir klasiskais softshell materiāls. Ir brīčki, arī klasiski softshell materiāli. Nu, un vienkārši tagad parādīšu kādas krāsiņas komplektiņiem no lēne. Lai ir ieskats un redzat uz video tā kā labāk nekā bildē tās krāsas. Nu, un tāki vot cvita komplektika prosto pakažu lēne, потому что на видео их лучше можно посмотреть, передать, чем на фотографии. Tās ir puišu krāsas, jā, vēl viena ir puišu. Nu, вот tāda, arī koša jauka. Вот это тоже комплектик на мальчику, вот такой вот яркий сине-салатовый комплектик. Nu, un meitenēm jauna krāsiņa. Mums tikai viņš ir vienā izmērā, bet, nu, tomēr. И вот на девочек вот такой вот комплектик у нас остался в одном размере. Желтенький, интересный, вот tāda krāsiņa ļoti interesanta. Nu, un, protams, rozīgos toņos, tā ir meiteņu klasika. Вот tāds metalītis smūks jauks un tāds arī komplektiņš. Dažādas krāsas ir arī vēl citas, šit nav viss parādīts, tā kā droši skatīties. Nu вот, принципе, быстрый бриф просмотр мы сделали, поэтому всем спасибо за внимание, и кто смотрит второй раз, еще больше огромное спасибо. Lūk, tādu ātru mēs ieskatu veicām mūsu Lenna Reimeja jaunajās kolekcijās. Visiem liels paldies, kas skatījās arī otro reizi. Un uz tikšanos gaidīsim mūsu veikalā.